За 20 лет фестиваль моды «Платье города» воспитал целое поколение дизайнеров. И именно в свой юбилейный год решил собрать всех именитых модельеров на одной площадке. Настоящий праздник красоты, стиля и моды. От специалистов высокого уровня будет представлен не как привычный всем показ, а как настоящее театральное представление. Для зрителей в театре смотреть интереснее шоу, чем классический фэшн, да, который, в общем-то, в основном для специалистов, когда вот одна за другой модели идут, и надо успеть рассмотреть, и не успеваешь прочувствовать вещь. Поэтому мы так основательно, мы перебрались опять в оперный театр, поэтому и у нас даже пройдет мероприятие в День театра, 27 марта, как-то это все символично. И в каждом показе, в каждой коллекции мы будем все прелести театра использовать. Неделя моды в Париже, допустим, в Милане и так далее, это понятно, но тем не менее это какая-то такая вот площадка, на которой ты смотришь, как работают твои коллеги в городе. Кто-то лучше ориентируется, кто-то хуже. И тем не менее, во всяком случае, ты смотришь, на каком уровне ты работаешь. В этот раз своей концепцией удивляют не только организаторы фестиваля, но и его участники, которые уже давно приступили к работе над созданием весенних коллекций. Обычно я всегда шью свадебные и вечерние наряды. Все мои коллекции относятся к вечерней моде, мода от кутюр. А в этом году я решила представить коллекцию Family Look. Это вечерние платья для мам и дочек. Роскошные пышные фатиновые платья, кружево, пайетки, бисер, все как я люблю. На фоне достаточно заполонивший рынок оверсайз вещей объемных, лично мне не хватает подчеркнутых изящных линий талии, щиколоток вот оголенных там запястьей. То есть хочется элегантности, нежности, вот этого вот женственности. Большинство успешных дизайнеров одежды в нашем городе работают в формате ателье, но творческая энергия часто выходит за рамки клиентских заказов, а собственное видение современной женщины оказывается представлено в виде коллекций. В рамках ателье лично мне работать крайне тесно. И создание коллекции, да, это то, к чему уже сама деятельность ателье подвела. Просто произошел уже определенный рост, и хочется, естественно, давать за рамками ателье какие-то готовые решения, капсульные коллекции. В рамках ателье невозможно вообще свои порывы никакие. Это потому, что ты работаешь с клиентом, и ты делаешь то, что в первую очередь интересует его, и решаешь его проблемы. А когда ты делаешь коллекцию, тогда ты уже пытаешься выложить свое видение, мира, города. В качестве хедлайнеров выступят известные российские дизайнеры, в их числе Сергей Сысоев и харизматичная Зухра Салахуддин. А вечер откроет дефиле известных людей нашего города, опять же в образах от наших дизайнеров.